Одесская патрульная полиция продолжает свою активную работу по выявлению противозаконной деятельности со стороны отдельных граждан. Так, около часа дня ими была получена информация о совершении ограбления в Суворовском районе. На улице Бадаева к женщине подошел неизвестный, который сорвал с нее золотую цепочку и скрылся. Патрульным удалось задержать грабителя. При мужчине были обнаружены похищенные вещи. Преступником оказался 42-летний гражданин, который был доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также около 5 утра на даче Ковалевского инспекторы смогли задержать двух мужчин, которые пытались ограбить автомобиль. При них были обнаружены две автомагнитолы, различные автоаксессуары и слесарный инструмент. Патрульные установили хозяина автомобиля, а подозреваемых передали следственно-оперативной группе для дальнейших процессуальных действий.